Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим коктейль под названием Gold Rush или Gold Rush, или по-русски говоря, золотая лихорадка. Если вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь, я вас всех безумно рад видеть, и мы начинаем! Наш сегодняшний коктейль придумал человек по имени Ти-Джей Сигал. Это друг детства очень известного бармена по имени Саша Петраски. Если кто не знает, то Саша Петраски – это основатель бара Milk & Honey в Нью-Йорке и в целом просто, как я и сказал, очень-очень популярный и известный бартендер. Как рассказывает сам Ти-Джей Сигал, примерно в 2000 году после тяжелой рабочей смены он направился в бар Milk & Honey, в котором, как обычно, попивал свой любимый коктейль – виски саур, но только без яичного белка. И именно в тот момент за барной стойкой находился Саша Петраски, который рассказывал ему о каком-то коктейле, в который он добавлял медовый сироп. И именно в тот момент Ти-Джей Сигал попросил Сашу Петраски заменить в его виски-сауре сахарный сироп на медовый сироп. Собственно, именно так и появился коктейль под названием Gold Rush или Золотая лихорадка. Также стоит отметить, что основным родом занятий Ти-Джей Сигала не является бартендерство, и именно благодаря этому коктейлю он обрел некую популярность. А теперь переходим к ингредиентам нашего напитка. А по ингредиентам все очень просто. Нам понадобится хороший бурбон, медовый сироп, а также лимонный сок. Переходим к сборке нашего коктейля. Собирается коктейль в шейкере. Нам понадобится 60 мл бурбона. 22 мл медового сиропа, а также 22 мл лимонного сока. Добавляем лед в шейкер, переливаем и шейкуем все примерно 10-15 секунд. Погнали! Берем бокал со льдом, стрейнер, дабл стрейн, и переливаем наш коктейль. Также возьмем цедру лимона и сбрызнем все эфирными маслами. И же и украсим. Вот и все. Коктейль Gold Rush или Золотая лихорадка к вашим услугам. Ну а теперь пробуем. Это супер. Казалось бы, всего лишь заменили сахарный сироп на медовый, но при этом это действительно ощущается, и бурбон прекрасно сочетается с медом. Называйте это как хотите, виски саур с медом или бизнес на бурбоне, но факт остается фактом. Такой коктейль есть, называется он Gold Rush. Я в целом поддерживаю простые коктейли. Я думаю, что и многие из вас тоже предпочитают что-то простое, быстрое и вкусное. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Еще увидимся. Всем пока.